Здравствуйте. Вы меня давно просили, практически каждый день кто-то ко мне обращался с такой просьбой разместить марафоны по учебнику Showman Mastery не во ВКонтакте, потому что многие ВКонтакте не любят. И вот, наконец, вчера я заморочилась, я отложила все дела, я нашла время и сделала это. И теперь первый учебник Showman Mastery полностью выложен на платформу. То есть теперь это полноценный курс, где не разделено все на разные блоки, глава 1.4, глава 5.7. Нет, в одном месте, в одном курсе разобран целый учебник. И я сейчас вам показываю это именно так, как вы будете видеть вы, когда зайдете на платформу, когда получите доступ. Видите, здесь все по главам. Потом я подробно по-русски расскажу вам содержание. Сейчас просто покажу, как это выглядит. Вот такие красивые иконки. Здесь у нас отдельный разбор текста. Часто это два текста, потому что разговорный вариант и пухекире, и литературный вариант. Кроме того, здесь разобрана вся грамматика. Давайте я вам покажу, прямо кликну и покажу. Разбор грамматики. И дальше видео. Вы смотрите видео. Дальше кнопочка «Перейти к следующему уроку». Следующий урок – это уже инструкция к упражнениям. И здесь сказано, что в каком упражнении делать. Но даже на этом я не остановилась и прикрепила для вас чек-лист. Вы можете его распечатать, либо как-то в электронном варианте использовать и отмечать, какие упражнения вы уже сделали. И таким образом выглядит каждый урок. То есть в каждом уроке разобран текст, потом разобрана вся теория, и потом объясняется, что делать в каждом упражнении. Кроме того, много различных дополнительных заданий. Видите, глава 4, глава 5, глава 6, глава 7. Глава 8, глава 9, 9 глав у нас в учебнике Showman Mastery 1. И кроме этого, я еще добавила вам бонус – записи Zoom-встреч, которые проходили, когда участвовали в марафонах люди вживую. Видите, я повесила 7 встреч, здесь разбирается практически вся теория, которая разбирается в первом учебнике. То есть здесь мы практиковали, здесь мы что-то читали, делали какие-то упражнения, тренировались разговаривать просто на финском языке, задавать вопросы, рассказывать о себе, слушать аудио. Самые-самые разные задания были на Zoom-встречах. Теперь давайте посмотрим, какое же содержание этого курса. Вот этот я смело уже могу назвать курсом. Во-первых, это самый простой и интуитивно понятный курс финского языка по новому изданию учебника Showman Mastery 1. Этот учебник вышел в 2020 году. И первое, что вы сделаете, когда попадете на платформу, вы сможете скачать этот учебник. Курс состоит из 9 модулей, каждый из которых соответствует одной главе учебника. Каждый модуль включает в себя видеоразбор текста и диалога, как я вам показала, несколько видеоуроков по грамматике, перевод всех новых слов, которые встречаются в главе, и четкие пошаговые инструкции по выполнению каждого задания. Для вашего удобства к каждой главе добавлен чек-лист. Я вам его тоже уже показала. Итак, первый модуль. Hey, я tervetuloa. Привет и добро пожаловать. После прохождения этого модуля вы будете знать алфавит, научитесь читать. По-фински отдельно добавлен урок «Правила чтения в финском языке». Познакомитесь с гармонией гласных, сможете поздороваться и попрощаться с финном, выучите элементарные вежливые фразы, такие как «спасибо», «пожалуйста», «извините» и так далее, а также дни недели и числительные. В этом же модуле разбирается глагол «olla», глагол «быть». Второй модуль. Minkä maalainen sinä olet? Какой ты национальности? После прохождения этого модуля вы сможете сказать, какой вы национальности, откуда вы родом и на каких языках говорите. И спросить, конечно же, сможете составить вопросительное предложение. Также вы познакомитесь с глаголами первого типа и с чередованием КПТ. Далее идет третий модуль. Pedro soittaa Mikolle. Pedro звонит Микко. После прохождения этого модуля вы научитесь говорить о погоде. Это чрезвычайно важная тема при общении с финнами. Финны очень любят говорить о погоде. Научитесь говорить о временах года, научитесь использовать в речи прилагательные, выучите также месяцы, познакомитесь с падежом генитив, познакомитесь с послелогом канца, вообще узнаете, что такое послелог, и выучите чередование в первом типе глаголов. Следующий, четвертый модуль – «Мина». «Мина» – это «я». И после прохождения этого модуля вы сможете рассказать о своей внешности, о семье,
выучите цвета, познакомитесь с таким падежом, как партитив. Опять же, там будут дополнительные видео, помимо того, что разбирается в учебнике. Познакомитесь с конструкциями «у меня есть», «минула он», и «мне нравится», глагол «пита» – «нравится». В пятом модуле «мейдан», «таваллинен», «пайва» – «мой обычный день». Вы освоите все типы глаголов, научитесь их спрягать и сможете легко описать свой день. В этом модуле я добавила также видео относительно, оно очень простое, но оно поможет вам рассказывать о своем дне. Шестой модуль. «Педро и Ханна этиват асунтуа». В новой версии учебника сразу уже вам показывают настоящее объявление об аренде жилья, и вы будете его понимать. То есть, конечно же, я добавила разбор этого объявления, но в любом случае в конце модуля вы научитесь читать такие объявления. Кроме того, вы выучите 6 местных падежей, поиграете в интересную игру, сможете описать свой дом и, как я уже сказала, прочитать объявление на тему «Жилье». Кроме того, в этом модуле вы познакомитесь с повелительным наклонением на «ты». То есть «сделай», «отнеси», «почитай», «не читай» и так далее. Седьмой модуль. «Кюласса». «Кюласса» – это «в гостях». И в этом модуле вы выучите название различных видов транспорта. Сможете забронировать номер в отеле, рассказать, на чем вы ездите. Познакомитесь с типами финских слов. Конечно, не со всеми, а это первое погружение в тему. Или еще называют финские имена. Выучите указательные местоимения. В восьмом модуле «Онне утен котеин». Там у нас Ханна с Педро переезжают. И в этом модуле вы познакомитесь с послелогами, с порядковыми числительными, с неисчисляемыми понятиями, научитесь спрашивать и объяснять дорогу, потому что все гости должны попасть на новую квартиру Ханну и Педро. Сможете рассказать, что вы готовите, что вы дома едите, и там будут рецепты, но при этом, внимание, готовить мы не учим. Мы учим только финский язык. А модуль 9. «Алексин энсин майнен тюапайва». Первый рабочий день Алекса. В этом модуле вы познакомитесь с лексикой на тему работа, профессии, сможете рассказать о своей профессии, о своем рабочем процессе, сможете сделать заказ в ресторане, это тоже отдельная разговорная подтема. Познакомитесь с чередованиями в глаголах третьего и четвертого типа. И еще внимание, в каждой главе нового издания учебника есть блок разговорного финского языка «Пухекейли», и этому уделяется отдельное внимание. И после методичного, последовательного прохождения этого курса, почему я так написала? Потому что сам факт приобретения этого курса, получения доступа к нему, вам не гарантирует знания, да? Не смогут знания инсталлироваться сами в вашу голову, нужно заниматься. Но если вы будете методично, последовательно заниматься, проходить этот курс, то после него вы будете владеть финским языком на уровне А1 по общепринятой классификации. Ну и чтобы вам было интереснее, курс, конечно, дополнен различными песенками, простыми видео относительно и так далее. И, как я уже показывала вам, вы получаете интересный и полезный бонус записи встречи.